Солнечная музыка в суровых пейзажах поздней осени на Волге. Итальянский сквер в Тольятти – не просто красивое название. Проект вышел из-под руки итальянского архитектора. Притворить в жизнь его помогли в том числе Поволжский институт итальянской культуры и почетного консульства этой страны. Ну и как могло быть иначе в российском городе с самым итальянским именем? Итальянское эхо звучит в самом названии этого города на Волге, названного в честь одного из ярких политиков Италии 20 века, Пальмиро Тольятти. Воплощение идеи итальянского сквера в Тольятти стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Он разработан по инициативе президента России Владимира Путина. Ну а место возле Волгаря выбрали жители города на общественном голосовании. С учетом того, что губернатор объявил следующий год годом Тольятти в Самарской области, мы надеемся, что таких общественных пространств будет больше. Вы знаете, что было проведено общественное голосование на сайте мэрии, и победили три проекта. Это парк центрального района, это велосипедная дорожка между центральным районом и Комсомольским районом, и это набережная Комсомольского района. Фонтан, колоннада, детская площадка, футбольное поле. Гулять по аллеям можно уже сейчас, но в полной мере атмосферой солнечной Италии в Тольятти можно будет насладиться с приходом тепла. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин, Новости губернии.